Долларовых миллиардеров в России стало в два раза больше. За прошлый год их число выросло до 62 человек. Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых россиян. Новый топ-100 составляли по стоимости активов, которыми владеют бизнесмены, использовали журналисты и публичную информацию от компаний. Самым-самым стал Владимир Лисин, глава металлургического гиганта НЛМК, почетный гражданин Липецка и один из наиболее непубличных бизнесменов. Его состояние оценили в 15 миллиардов 800 миллионов долларов. Лидер прошлогодней «Золотой сотни» – известный меценат, президент группы «Анексим» и глава Союза биатлонистов России Михаил Прохоров в этом году только второй – 13 миллиардов и 400 миллионов долларов. Замыкает тройку лидеров совладелец «Альфа-группы» ТНК «БП» Михаил Фридман, бизнесмен, которого Financial Times в свое время назвала одним из бизнес-лидеров Новой Европы, владеет активами на 12 миллиардов 700 миллионов долларов. В первую десятку также вошли Роман Абрамович, чье состояние превышает 11 миллиардов, Олег Дерипаска, заработавший на энергетике, строительстве и алюминии 10 миллиардов 700 миллионов долларов, президент Лукойла Вагит Алекперов, он отстает на 100 миллионов, Владимир Потанин, сумевший сократить долги и сохранить более 10 миллиардов. Не дотянули до круглой цифры металлургические магнаты Алексей Мордашов и Виктор Рашников. А замыкает большую десятку глава Уралкалия Дмитрий Рыболовлев.